Ну, так-то будет лучше. Сделали мы двойные монетки. И теперь мы будем хорошо зарабатывать. 8000 монет у нас сейчас есть. И я думаю, к концу этой трассы у нас будет десяточка, как минимум 10 тысяч. Ну, давайте поиграем, посмотрим и проверим. Так, Багги у нас пытается нас обогнать. Это у него получается. Да. Нет, смотри. Хотя нет, не получается. Ну, сейчас проверим, посмотрим на сложных участках трассы. Он обгонит. Да, обгоняет Багги нас, смотри, уделывает. Все-таки машинке этой требуется двигатель по ноге. Ну, сделаем, конечно. Заработаем сейчас двойными монетками и прокачаем тачку. Это у меня будет вторая тачка, которую мы прокачиваем на Hill Climb Racing 2. Тачка эта интересная, красивая и достаточно-таки быстрая. Даже при том, когда мы только ее купили, она ехала очень быстро, как мне казалось раньше. Но прокачки требует каждая машинка в этой игре. Поэтому мы будем ехать и зарабатывать деньги на прокачку остальных машинок. О, смотри, у нас бревно. Бревно мы хорошо проехали. А раньше я на этом бревне постоянно попадал в аварию. Ох ты, смотри, как намного быстрее мы стали зарабатывать. Уже 9000 есть у нас монет. До 10 тысяч тоже, мы, думаю, быстро сейчас дойдем, заработаем. Так, и постараемся, конечно, я постараюсь с вами сделать рекорд. Вот, опасное место вот здесь, вот самое такое сложное место. Так, все, бензин забрали и едем дальше. Да, побить рекорд мы обязаны, просто обязаны, потому что нужны эти звездочки, чтобы нам открыть новую трассу. Поэтому будем все-таки по чуть-чуть, понемножку, по копеечке зарабатывать эти звездочки. И, возможно, мы откроем. Либо просто купим. Ну, там она, карта, короче, новая стоит сейчас очень дорого, 800 тысяч монет. Ну, это с ума сойти. Ну, там можно прокачать любую машинку. Ну, конечно, сильно ты ее не прокачаешь, но достаточно прокачаешь неплохо, я так считаю. Ну вот, уже десяточку мы сделали. 10 тысяч монет. Угу. И остается у нас 1600 метров. Ну, это немного. На раллийной тачке я здесь проезжал. Ой, чтобы не соврать. 1008 или 10. Надо посмотреть, вот сколько это, кстати, на раллийной тачке проезжал. Километр. Ну, много. Просто раллийная тачка у меня самая прокачанная на сегодняшний момент машинка. Опа, вот здесь можно было хорошо стукнуться башкой. Но мы это чудом проехали. Так, надеюсь, больше сюрпризов не будет. Ну, конечно, будет. Ну, сюрпризы будут другие, но бревна эти я не помню, где там еще будет. Так, сколько у нас? 1000 метров остается. 1000 метров. Давай, поднимайся. Все. А, кстати, там тоже очень такое место нехорошее будет. Все связано с этими бревнами. Ну, скорее всего, с бензином. Если где-то мы что-то проедем как-то в среднем меньше километраж, насчет скончаться топлива, и тогда мы проигрываем. Поэтому здесь нужно среднюю скорость всегда держать, плюс-минус, ехать быстро. Стараться, по крайней мере.
Если где-то мы с вами, ребята, прокосячим, то мы не доедем просто-напросто. Не доедем. Из-за нехватки бензинчика. Вот, или вот здесь. Смотри, как сложно. Смотри, очень сложно подниматься. Ну, смотри, мы поднялись. Благодаря все-таки двигателю. Прокачанному. О, какой спуск крутой, а. Так, 200 метров остается, и у нас будет рекорд. Мы побьем его, рекордик. А, бензин закончился. Вот он, бензинчик, хорошо. Спасибо. Ну вот, остается как раз. Мы, видимо, там туда не взяли бензин, или что, я не пойму. А, нет. Ну, наверное, здесь... А, так, все, рекорд. Рекорд побили, и у нас, ребята, на рекорде уже 12 тысяч. Собрали мы монеток. Рекордик взят. Это хорошо. Теперь максимально будем стараться дальше проехать. Сколько у нас хватит мощности нашего машинки нашей. Так. О, поднимемся или нет здесь? Должны взять высоту. А, ну сложно даже было. А что у нас по бензину? Вот я вижу, бензобак есть. Уже пищать начал. Но не успел. Ну, надо хотя бы 1000 звездочек нам заработать. Минимум 1000 звезд. Не знаю, 50 тысяч надо нам насобирать звездочек. Я считаю, это что-то очень много. Чтобы открыть новую карту, 50 тысяч звезд. С ума сойти. Если нам 1000 звезд так далась тяжело, то о чем говорить о 50 тысячах. Так, следующий бензин у нас. Так, 300 монет нам дали. Бонус за расстояние. Игра подсчитала, что мы много проехали. И заслуживаем приз какой-то денежный. Вот такие копейки. 300 монет. Так мало на самом деле. Ой-ой-ой. Так, вот это тоже было сложное, опасное такое место. Мы его проехали. Давай-давай-давай-давай. Есть. Хорошо. 1500 звезд. Ой, это тоже сложно. Ох, нифига. Вот, скажи мне. Это просто чудом. Я не на голову приземлился. Такие взлеты, такие падения. Сумасшедшие. Так, а, вот здесь тоже бревно. Оно такое непонятное какое-то бревно. Ой, как вот это вот тоже непонятно. Тяжелое такое. Ну вот. Почти 6 километров в общей сложности мы проехали. 6 километров. Ой, давай. Ой, хорошо, что здесь не сильно глубоко было, я не умер. Угу. Так, а у нас тем временем бензин опять заканчивается. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я, короче, засмотрелся на бревно, как оно падает. Ну, естественно, стукнулся башкой. Да, что у нас там получается? Остается еще сколько? Блин, еще много. Ну, короче, 40 тысяч надо. 40 тысяч. Что-то у меня с командой. Тут сообщение написано. А, кто-то вступил в команду. Или что? Да-да-да, кто-то вступил в команду. Нам об этом говорят. А так, в командном сундуке у меня получается... Сколько я проехал? Километров на сегодня. 21 километр. Это мало. Мало. Поэтому мы в интенсивный заходим. Интенсивный город. На этой тачке мы попробуем проехать. Только если мы на ней... Ай-яй-яй. Башкой. Смотри, у меня очки отлетели. Очки летят. И видишь, летят очки. Я не помню, ездил ли я здесь... А, ездил, да-да-да-да-да.
Ну, совсем немного. Сейчас мы даже здесь соберем звездочек. Во, новый рекорд. Пошли звезды. Я же совсем забыл, что на этой карте можно тоже нам звездочки пособирать. Ай, да ё-моё! Что такое-то, а? Разбились. Разбились. Ну, не страшно.